Почти четверть века 8 июня в нашей стране чествуют социальных работников. На торжественном собрании, которое провели в музейно-выставочном комплексе, работал Богдан Колесников. Сегодня в этом зале собрались люди с доброй душой и большим сердцем, готовые ухаживать за чужими, как за родными. В профессиональный праздник в их адрес звучат слова благодарности и признательности за нелегкий труд. Найти слова, рассказать, сказать, объяснить – это дорогого стоит, потому что это же не материальные затраты. Это идут энергетические затраты, это чисто интеллектуальные, где-то чисто человеческие, человеческо-эмоциональные затраты. Я даю себе отчет, что, возможно, когда приходите домой и, как говорят, вы же как лимон, это тоже у вас бывает. Поэтому искренне здоровья, счастья, благополучия, искренне желаю всем нам мира. Это не просто работа, это призвание души. Я вам желаю добра, благополучия, конечно, вам крепкого здоровья, и пусть ваши заботы, ваше теплое сердце всегда находит благодарность в сердцах и в душах других людей. Нина Переляева 2 десятилетия работает в Люберецком центре помощи семье и детям. Что такое любить, быть гуманным и уметь найти подход к каждому человеку, знает на личном опыте. Если этой любви нет, если нет доброты, то тяжело будет работать, потому что у нас разные категории людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, которым приходится очень помогать, выходить из этой сложнейшей ситуации. Самое трудное – это когда люди не хотят нас слушать, они нам не доверяют. Социальный работник, он ближе всего находится к людям, тем людям, которые нуждаются в нашей защите и которому нужно протянуть руку помощи. Я поздравляю всех своих коллег с этим замечательным праздником, всех тех, кто отдает свое большое сердце людям. Я думаю, что это не профессия, это призвание души, и у нас работают именно такие люди. В городском округе Люберцы более 240 социальных работников. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.